Итак, представляем вашему вниманию очередной матч сегодняшнего дня. Поединок банка ВТБ и команды Уралсиб Capital финансовые услуги. Изначально вышли на поле команды обе в белой форме, поэтому банку ВТБ пришлось одеть зеленые манишки. Определено это было жребием. И две интереснейшие команды сейчас, я уверен, порадуют нас своей игрой. О составах чуть позже, пока же кратко напомним, что Уралсиб сегодня провел очень зрелищный, результативный матч против МРТС Инжиниринг. Одержал победу, заработал 3 очка и напомнил о своем умении максимально реализовывать даже не целые моменты, а половины, треть, четверти моментов. В общем, показал, что представляет по-прежнему себя грозную силу. Банк ВТБ заявились в наши... Ну вот, сейчас я могу ошибаться. Дело в том, что от ВТБ у нас играет достаточно много команд. Но, по-моему, банк ВТБ все-таки не... Друзья, ошибаюсь я. Банк ВТБ... со счетом 5-1. Кто помнит, когда последний раз Газпромбанк терпел такие серьезные поражения? Так, состав. Банк ВТБ. Первый вратарь, который сейчас, по-моему, находится на воротах, насколько я понимаю, это Артем Мытарев. Второй голкипер Евгений Александров. Полевые игроки следующие. Номер 5 Александр Алеудинов. Третий Александр Пузаков, 12-й Борис Безрукавников, 8-й Андрей Бонадысенко, 13-й Николай Татаринцев, 10-й Роман Карнаушевский, 11-й Михаил Геневец. Те, кто смотрит достаточно давно наше соревнование, наверняка услышал массу из известных фамилий. Ну, посмотрим теперь, как все эти футболисты, ранее выступавшие в разных спортивных коллективах, сыграются между собой. Ну а пока же состав Уралсиба на воротах. Михаил Раздорский. Игроки. 18-й Лев Якосов. 2-й Валерий Драгун. 28-й Сергей Горбачев. 11-й Михаил Лебединский. 10-й Николай Смыслов. Ну вот, собственно говоря, и весь состав. Бонадысенко с мячом издалека ударил, но первый блин комом. Не получилось сейчас передача у Корнаушевского. Преимущественно в атаке пытается играть банк ВТБ, не разыгрывая при этом долгие комбинации. Сразу передача вперед. Как только расстается один игрок с мячом, идет открываться на свободное пространство.
Притом, опять же, идет, что показательно, в сторону ворот соперника. Кардашевский показывает, что лучше низом играть. Вот эти все навесы совершенно ни к чему. Потому что там большая задача сначала выиграть и верховое единоборство, и мяч обработать, на землю его опустив. Сейчас столкновение, нарушение правил. На паркете оказался один из футболистов Уралсиба. Ну, вроде бы поднимается самостоятельно. Удар. Два нарушения правил, кстати, уже у банка ВТБ. Ни разу уралсибовцы не фалили. Мы сегодня уже увидели 10-метровые удары. К слову, этот единственный 10-метровый оказался результативным. Так что надо быть повнимательнее. Все-таки матч только начинается. Без рукавников. Ох, какой хороший навес. Гол? Или рядом со штангой мяч пролетел? Рядом со штангой пролетел мяч, да. Момент нанесения удара между мной и как раз бьющим оказался судья. Поэтому момент упустил я. Но за навес, конечно, надо поаплодировать. Аккуратно голову. Остановлена была игра, и более того, сейчас желтую карточку получит. Сейчас разберемся, кто. Ну, надо будет обратиться к судье, потому что мог получить как нарушитель, так и Андрей Бонадысенко за излишнюю экспрессивность в общении с судьей. Ну, посмотрим, разберемся. Сейчас же пока штрафной, установлена стенка. Дистанция, конечно, убойная. Тут главное, чтобы мяч протиснулся. И без рукавников у мяча. Едва не протиснулся мяч. Карнушевский выполняет угловой, но Драгун оказался на паркете. Ну, что-то, по-моему, с ним неплохо. То ли мышцу свело. Ну, видимо, да. Видимо, свело мышцу. Ну, давайте разбираться. Будем ждать информации от нашего медработника, что случилось.
Ну что ж, вроде бы все обошлось. Валерий Драгун поднялся с паркета. Ну, передвигается сейчас самостоятельно. Может быть, даже и на поле вернется. Остановка у нас получилась такая вынужденная, значительная. Пойдет она, наверное, на пользу Уралсибу. Пошла, наверное, уже на пользу Уралсибу, который имел возможность перевести дух, подумать, ну, восстановить собственные силы и продолжить игру, потому что последние, ну, минуты две ВТБ, конечно, очень поджимает Уралсиб к воротам. Место для пространства, для маневра. Просто секунды для того, чтобы дух перевести, остается все меньше. Минута 30 до свистка на перерыв. По-прежнему 0-0. 2-1 по фолам, 2 у банка ВТБ. Драгун, ну, все нормально с Валерием. Продолжает играть. По-моему, даже неплохо передвигается. Последняя минута первого тайма. Ну, вот после остановки вынужденно немного выровнялась игра. Да, лучше туда. На трибуны к болельщикам выкинуть мяч. Болельщикам приятно, что о них помнят. И детям раздолье. Ну и самое главное, для своих ворот безопасно. Итак, звучит у нас свисток. На перерыв первый тайм получился очень насыщенным. Ждем продолжения этого футбольного банкета, а пока отдыхаем. Перерыв между таймами оказался совсем недолгим. Ну, самое главное, что успели. Команды поменяют сторонами площадки. Продолжают они свое сражение. Напомню, 0-0 встречаются в белой форме с черными вкраплениями. Команда Уралсиб. Capital финансовые услуги. Их соперники банк ВТБ в белых шортах и зеленых манишках. Разыгран угловой. Кто окажется на добивании, но на подборе без рукавников. Скидка пошла. Ну и в итоге потеря. Очень высокая плотность игры. Снова на подборе ВТБ. Показывают блестящий футбол, но, конечно, состав банка ВТБ сейчас настоящий Dream Team. В таком составе можно было только мечтать. Даже вот не знаю, у кого не хватает. Ну, разве что второй состав золотой можно набирать. Но звездный состав это не... Нужно еще все-таки футболистам сыграться, почувствовать друг другу привыкнуть. Найти свою игру. И вот сейчас здорово. Ну, великолепная комбинация. Ну, настоящее заглядение. И как спокойно. Мяч забил, сразу шнурки завязывать. Как будто бы ничего не произошло. Из рукавников. Хорошая передача на Бонатысенко. На Карнаушевский, ой, не поверил, что мяч пройдет мимо защитника. Серьезное нарушение правил получилось. Желтая карточка, конечно, будет показана Бонадысенко. Ну, пожалуй, не хотел.
Вот интересную комбинацию придумали уралсибовцы. Получится ли контратака у ВТБ? Нет, не точный получился заброс голкипера. Надо бросать на центр штрафной всегда. Корнушевский хорош на перехвате. Снова пытались разыграть комбинацию на коротке. Успешный подкат. Без рукавников. Попытка контратаки от Уралсиба. Давно мы их не видели на чужой половине поля. Без фола было сыграно. Так точно. 3 в 3 атака. Рикошет угловой. Немного неточным получился пас на Владысенко. Да, все-таки гол. 2-0. И снова так же спокойно. Серия отборов и потерь. Здесь судья обращаться не имеет никакого смысла, ну и тем более вот так вот пытаться вылететь, правила нарушить, наказав кого-нибудь. Ружевский ошибся. Нечасто такое видим, но вратарь успел выскочить, сократил угол обстрела. Корнушевский немного напряжен, мне кажется. Непривычно ему в майке ВТБ пока. Или манишка зеленая смущает. Ну, все будет нормально. В этом тоже нет никаких сомнений. В его классе и уровне никто не сомневается. Здорово вывели 13-го номера на... Три атаки. Поздновато единственное, сумел он догнать мяч. Ну, здесь уже на Корнаушевского плохую передачу сделали. Удар. Роман накрывает. Очередной перехват. Без рукавников. Машина просто. Вот здесь хороший подкат. Снова не хватает немного удачи. Ну, 2-0. Тот случай, когда... Ну, можно позволить себе не забить несколько мячей, но дело здесь не в каком-то колоссальном преимуществе, в счете этого колоссального преимущества нету. Но вот по игре, конечно, можно сказать, что ВТБ ее полностью контролирует. Thank you.
Небольшие технические заминки у нас с секундомером. Вот сейчас по контрольному будет засекаться, видимо, время. Пока игра остановлена, поэтому пусть вас это не смущает. Итак, отсчет времени будет производиться по контрольному секундомеру, поэтому не обращайте внимания на табло, ну, за исключением показателей счета. Пока соответствует действительности, 2-0. Банк ВТБ впереди. Перестала играть музыка на стадионе. Ух, какой удар-то сейчас был великолепный. Кстати, второй раз уже или третий мяч попадает в крестовину, так что, кажется, уже обязан он дальше пойти в сетку, но пока крестовины какие-то несчастливые для атакующих. Ох, какая досадная потеря. Драгун с мячом. Не закончилось успехом эта атака, но угловой. Угловой от Уралсиба — это всегда интересно и неожиданно. Все меньше времени до финального свистка. И еще одна результативная атака. Вроде ничто не предвещало беды, но счет становится 3-0. Итак, играть остается около 30 секунд. Ну что ж, мы поздравляем Банк ВТБ с невероятным стартом. Конечно, отличнейший подбор игроков. И за матчами Банка ВТБ теперь мы будем следить особенно пристально. Уралсиб выглядел неплохо, но академичности, знаний и опыта, к сожалению, в этом матче не хватило. Впереди еще много поединков. Сейчас звучит финальный свисток. И, к сожалению, не удалось Уралсибу размочить счет.